Добрый день, друзья. Прошли праздники, и я сходил на приемку. Я как подумал, были праздники, и люди были дома, кто-то что-то мог насобирать. И вот как начали работать, то в первый день кто-нибудь, ну, могли привезти больше. Опять же, кто-то работал, кто-то не работал в эти дни. Вот. Поэтому в первый день работы надо зайти. Вот такой улов. 7 с чем-то килограмм. Ну вот часы янтарь с боем, механизм. Ну полностью, не полностью целый. Ну я думаю, на запчасти продать его можно. Вот. Такие, ну более редкие. Там, по-моему, часть запчастей латунь. Вот, что-то стоит. Так. Вот эту, к сожалению, погнули. Ну, с другой стороны, она латунная, но сдавать-то я не буду, это глупость. Я ее просто как подумал. Ну, то есть продаю один, да, вот это, один механизм, это одна цена, как бы с, со стрелками, с этим циферблатом другая. Тут там добавить еще что-то, ну, уже как бы третья цена. Вот. Как бы, я не знаю, можно выправить или нет, но людям приятнее купить за те же деньги, а веса немного разницы. Так. Вот такой валялся. Не знаю. Ну, скорее, конечно, наверное, сломанный, раз выкинули именно отдельно. Ну, кто его знает, надо глянуть. Ну, опять же, как бы вещь не сильно вроде как нужная по нынешним временам. Но, с другой стороны, времена меняются. Там то закрывают, то запрещают, то разрешают. И где, то есть, возможно, опять будут времена, когда мы будем ходить обмениваться фильмами, музыкой. Вот. Поэтому может возникнуть потребность. То есть DVD дисковод от ноутбука, если вдруг кто не понял. Ну или кто-то, может, из молодежи уже и не знает, что это такое. Вот. Ну, как сказать, если даже сломанный, то на какие-то запчасти тоже, думаю, может. Ну, хотя, опять же, вот сейчас это уже не совсем актуально. Ну, какая-нибудь там плата. Ну, я думаю, все равно можно его продать дороже, чем купил. Чаромет. Вот такой вот интересный приборчик. Дата трансфер свитч. Вот. Ну, как я понимаю, он переключает. То есть отсюда сюда, либо отсюда сюда. Что можно втыкать? Допустим, два системника и один монитор. Зачем это может быть надо? Ну, допустим, у вас маленький цех, стоит два станка с ЧПУ. Зачем вам ставить два монитора? Ставите такую коробочку, и что одновременно вы там не запускаете. Один запустили станок, переключились, настроили, запустили второй. Все. Это может быть вот такая, либо, помню, знакомого. Там какой-то процесс идет на одном компьютере, там что-то форматируется, там, ну, какая-то такая долгая песня. То на другой переключился, там может пока в интернет вылезти, там, не знаю, косынку поиграть и так далее. Ну вот, если рабочие, то вполне может быть стоит. Ну, в принципе, ломаться здесь особо нечему, но ну, не факт, надо глянуть. Ну, вот. Взял вот два вот таких ремешка. Тут опять же, вот так, ну вот был у меня станочек маленький. Да, по-моему, 601 или какой-то там токарный. Вот на него такой вот ремешок в самый раз мог быть. Покупал я это не очень, где-то с полгода, ну, с год уже почти назад для оверлока ремешок. Ну, блин, цены вообще не порадовали меня. Вот. Поэтому, не знаю, нужен, не нужен, всегда можно. Ну, за какую-то там по десятке выставить, а весит они ничего не весят.
А может и по полтиннику выставить. Вот взял, попросил два кусочка алюминия. Это был какой-то трансформатор антидесный. Он намотан вот такой вот полосой алюминиевой. То есть или не трансформатор, это может как он... Дроссель, не знаю, что это такое, но мне надо кусочек алюминия для себя. Потом, может, покажу. Ну, вот, наверное, самая ценная вещь вот это. Цена 2 рубля. Такая вот толщина. Кто... Комбайновый завод, город Днепропетровск. Он дерьме пахнет соответствующе. Ладно, это мы отмоем. Удобная рукоять вот это. То есть он целый, не, ну там немножко обух только разбит, ну да, там видно, что пользовались, подточить. Вот, а я думаю, рублей от 300 и выше. Не, ну опять же, поглядеть часы, сколько, может, часы 500 стоят. Может, не стоит. Ну, сковородка рублей 300. Ножницы рублей 50. Ну, вот взял еще три таких вот моторчика. Вот такой вот. DJ. 60, 96, 24 вольта. Не знаю, можно было, ну, холодно было лазить. На блоке питания было написано от 0,5 до 3 ампера 24 вольта выдает. То есть, может быть, надо было снять еще и блок питания. И вот, ну, смотрите, какой-то он такой, знаете. Ну, судя по проводам, то есть, обычные, как сказать, на постоянных магнитах двигатель. Вот. То есть, если 3 ампера на 24, это что получается? 60, 72, ну вот. Что-то в этом роде он может. Я так понимаю, если я правильно посчитал. Вот. Не знаю. Нужен, не нужен. Но я думаю, за 500 рублей три штуки всегда продадутся. Может, по 200, я какие-то и по 300 продавал. Вот. То есть, ну, поглядеть, в общем, цена, кто-то что на них делал. Вот опять, кстати, ремешок. Вот он от этого движка. То есть, можно сделать от аккумулятора что-то. 20, то есть, ну, не уверен я, конечно, в этом, но я думаю... Свои деньги я верну, заработаю. Ну вот если опять же поглядеть, допустим, 500 плюс 300, 850 рублей меньше 300 не будет стоить ножик. Так, 500, 750 плюс 300, 1150. Ну не знаю, часы рублей 250, это что, 1400. Там, не знаю, в этот, может, там сотку какую. Ну, пускай полторы вот так вот где-то. Ремешки что-то стоят. Ну, то есть это вот такая где-то, такой расклад. Это, если я забыл, я, по-моему, не сказал, это машинка считать деньги там вот. Выкинули целую кучу, но я уже три штучки снял, думаю, хватит. Ну, вот, ну, может быть, надо было больше снять. Ну вот алюмишку заодно взял себе. Что еще сказать хорошего? Надо поглядеть характеристики, какие обороты, сколько он ватт может выдавать. Может, это блок выдает 24 вольт. 24 вольта здесь указано, 3 ампера. Может, они 5 держат. То есть, может быть, как привод какой-то к чему-то. Что-то перемещать. Довольно быстро они там шу-шу-шу-шу. Ну, деньги считаются.
Почему-то у банка, с другой стороны, непонятная привычка, они зачем-то их в разобранном виде. Либо что-то снимают ценное, но я сомневаюсь, что там есть что-то ценное особо. Плата, если. Вот. Это регулярно какой-то банк выкидывает. Ну, что-то обновляют, сдают. Железные как-то были шкафчики шикарные, такой с маленькими отсеками, с ключиком каждый. Ну, куда, некуда ставить. Вот. Ну и не тяжелые. Ну, сковородки плохо идут. Ну, вот на неделю планирую одну отослать. Человек заказал. Так что все равно берут понемножку. Что еще сказать? Часы, не знаю, может, они и 500 рублей стоят часы, может, нож 400. Так что, вот, ну, скажем так, от 1000 до 1500 планирую заработать. Что еще было, не было? Ну, а так, ну, не сильно много. Ну, вот только банк, что ожидал, выкинули кучу. Машина для счета. Ну, она же еще не только считает, она же еще и проверяет. Вот. А может это и нет. Там есть какие-то гнезда. То есть, может, это какая-то запчасть от банкомата. Что-то там сунул, он туда это, он их. Поэтому и нет корпуса. Ну, не знаю, я банкоматы не разбирал, поэтому не скажу, как там оно все соединено. Потому что есть отдельный блок питания, гнездо вот под вилку, вот такую, еще что-то. Вот. Ну, то есть какие-то вот гнезда, что оно как. Может быть. Что еще было? Ну, что еще сказать? Ну, вот нож я почистить, только грязь можно продавать. Сковородку там чуть-чуть сполоснуть, чтобы не воняло. Не то, что не воняло, ну, как-то так. Вот, я постучал, вроде целая, одна еще разбитая была. Но это не очень большая. Бывает побольше, получше, поинтереснее. Вот, итоги прошлого года еще не подводил. Ну, что-то как-то много покупал. То есть я даже понимаю, где я много купил лишнего. Ну, не то, что лишнего, а почему так получилось. Ну, если то есть, получается так немножко про прошлый год сказать, что так-то, в принципе, общие продажи не такие и маленькие. Вроде как каждый месяц получалось хорошо, если то есть, отнимать от суммы продажи, сумму по какой купил, то хорошо выходит. Но если вот, скажем, ну, взять, допустим, сколько я за месяц продал и сколько, насколько я купил в месяц, то вот тут получалось как-то не очень. Потому что, ну, с другой стороны, есть задел с прошлого года. Неплохой, там есть дорогие вещи, на которых я. Вот, удвоить, опять же, не получилось чуть-чуть сумму вложений, но с другой стороны тысячи, это, ну, на две с чем-то я уже в этом году продал на пару тысяч прошлогоднего товара, то есть как бы, ну, идет процесс. Ну, мелочь, понятно, что все это, ну, не знаю, мне вот моторчики, они просто понравились, я их купил, можно сказать, для себя, но так как они мне не нужны, я их продам. Ну, попробую продать. В принципе, моторчики я не так давно продавал, в декабре. Значит, я думаю, такие продадутся, потому что вот он. То есть он не какой-то там, знаете, битый-перебитый. Ну, вот, то есть можно, как я уже сказал, сделать что-то на аккумуляторах. Какой-то механизм. Можно вот от блока питания, соответственно, запускать. Регулировать скорость подачи чего-либо.
Можно, наверное, сделать генератор небольшой, чем он интересен, что вот он закрыт со всех сторон. То есть только там вот. Соответственно, ну, в какую-то такую относительно пыльную среду. То есть какой-нибудь там, не знаю, пылесос самодельный там или какую-то турбину. Вот. Ну, я думаю, самодельщиков много, я думаю, купят. Вот. Такая вот история. Благодарю за внимание. Всего доброго. Вот, что еще можно сказать. Ну, как... недавно прочитал, что надо не забывать говорить. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, а то люди, типа, не понимают, что... Вот. Что еще могу сказать? Ну, все, наверное. Еще раз всего доброго.